Всем привет! С вами Гарри. И у нас сегодня диджей с нашим оператором. Самостоятельный город. Какой самостоятельный там? Обычный город. Ну, в котором мы обозревали и не обозревали фигурки. И всякие финтуфлюшки. В котором даже монетка не хочет садиться, блин. Все. Вот. Итак, сейчас дует ветер. Наш чувачок-то по себе катится, голубой вагон. Вдруг у нас вор выбегает. А вот полиция совсем не знает, пончики жрет. Держит заказку, говорит, дай деньги и всякое такое. Он выходит, дает свои монетки. Этот сваливает с монеткой сейчас. Сваливает с монеткой, я сказал. Во. Блин, куда убегает эта монетка всегда. Все. Он едет и идет. Говорит этому, ну, чувачку, продашь мне свою машину за 40 даже. Я даже не заметил. 40 монеток. Говорит, да, конечно, что ты дашь взамен? Так, вот это барахло. Колесо отваливается. Сейчас отвалю. Вот. За 40 монеток держи. Блин, рука. У меня, прости, я инвалид. Спасибо за деньги. Я сваливаю с рукой. Монетка остается все равно у него. Он его... Бах-бух-барах-бах. Убивает. Садится в свое фирменное Феррари. И катит. Вдруг наш ниндзя замечает, что... Хваща! Ой! Что вот тут убили человека. Полиция! Полиция! Всегда готова служить. Это самый главный командир... Дает приказ. Быстро бегать. Да как быстро бегать ты? Нам нужна машина. У нас машины нет. Ой. Даже сломали тут некоторые части от. А и когда выбежали, сломали. Этот инвалид опять смотрит, чистят, говорит по рации, что раненый. Ой, какая башка. Айсберг. Ну вот, вор уже убежал далеко, он туда уже. До корабля, да. Но у нас вот случилась какая-то ситуация. Это вот тоже умер. Да блин, сколько умерших их-то. Он там замечает зоркий глаз нам через машину видит еще одного погибшего и вызывает тоже. Вот, ух ты! Вот это тоже умер. Че ух ты кричать? Давай я опять. Ща придет медицинская. Уи-уи-уи. Странно у нас медицинская. Сразу в клетку его, какая клетка. Там инвалид руку чинить. Опять сюда. Дринь-дринь-дринь-дринь-дринь. Кстати, у нас кондитерская едет без... пассажиров. Каких пассажиров? Все отнесли. Давай жри. Да как жри, давай там. Лечить его. А вот эти пока еще двор. Ой. Ищут вора. Вора какой-то. Тузик, тутузик. Тазик, унитазик. Вот, дай его. Оружие он случайно потерял. И на машинке гонят. Вот. На машинке. Этот вообще хочет почти пострелить. И сломать ему ноги. Виу-виу. Поставили мигалки на его каску. Виу-виу-виу-виу-виу-виу-виу. А этот уже на корабле висит. Банда!
Банда, банда, бежим, 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 бежим. Монетку я принес, Давай валим. Валим. Даже там все разрушилось, но наша команда знает, что делать. Хватается за якорь. Этот за ним, за ноги. Вообще у меня ног нету. Вот, за ноги держится и поднимается на кораблик. Блин, якорь тоже подняли. Прям на сундук с сокровищами. Так, сейчас найдем мы вора. Тут все воры. Воры-унитазики. Меч уже уплыл. Тут ходит эпик экшен. Вдруг сейчас от трясения корабля падает сундук с сокровищами. Все тонет. И даже рулится, отваливается. И у него ноги тоже отваливаются. Какой экшен! Какой эпик, а? Какой эпичный. Ни у кого такой городочек нету. Маленький такой городочек. А где карта, блин? Карта у меня. Ты нахер мне твоя... Зачем мне твоя карта? А ну-ка давай его сюда. Поднимается. Ой, воу. Мои ноги чуть не отвалились. Прям по веревке. Отстреливает. Падает прям на пушку этот. Без ног уже. Ноги уплыли. Там кто-то уже идет спасать свои ноги. Вот твои ноги держали. Эпичный какой город, а? Получился. Сейчас мы все тут умрем. Умрем прямо от гордости. И вдруг бывает так огромная волна. Ого! Корабль! Они несли ценные вещи, в котором уже нет одного. Уплыло. Вдруг поворачивается, и у меня его уносит туда. Кирка падает на голову. Лопата прям на лицо. И вдруг кто-то хочет стрелять. Он даже это не замечает. Ой, зачем я хочу стрелять? Стреляет куда-то неизведанное. Этот двор уже тут вообще оказался. Как он туда выбежал, а? Пау! У черта застряла пуля. Улетела. Машина сдохла в кабине находится бомба, и бах, руль отлетает. В корабле носится ужас и эпик. Это тоже ноги. Он сидит, смотрит, только не хватает попкорна. Вообще круто. Тут у нас вообще никто не хочет стрелять. И вдруг происходит катапультирование. Пау! Он падает туда, какой-то вор. Этот хочет за ним, не хочет открыть. Бляп! Тоже засасывает. Блин. Корабль почти весь разрушен. Да. Бедный кораблик, а? Вообще все отвалилось. Даже вот что. Вот что. Задняя или передняя часть. Хотя передняя, но впереди и сзади. Вот. Парус уже не хочет вместо оставаться, он хочет крутиться. Это вообще офигел уже. Труба вышла. И вообще. О, блин, наши монеты. Как я без ног туда поплыл? Давай быстрее одевайся. Одевайся, Вася. Сейчас. Он идет собирать монетки и сразу все. И крадет его, как самый вор. Ой, тут даже глушителя нету. Одного. Потеряли глушитель. И в итоге водит наша... Что это такое? Ой, рука тоже, как у инвалида. Тут все выходят,
Почти корабль тонет, все за борт. Пшу. А те остались не жить, не живы. Они остались там не жить. Они отказались от жизни. И прям тут машина уже тонет. Давай спасай машину, Вася. Вася, батька. Руль на месте уже. У-у-у! Какая слава. Бомба почти там взорвалась сейчас. Машину прям скинула. Машина буксирует без никого. И вот, турбо отвалилось. Турбо. Всех прям турбо. Турбо-турбик делает. И все остались неживы. У него там щит был, только щит не помог. Даже это потертая бумага. Вот вообще вор или не вор. Не знаю, там тузик какой-то. Тузик экшен. Экшен тузик. Этот тоже почти выбирается. Пуль-пулькает. И почти корабль разрушен. Там он остался. Он застрял. Он застрял. Он застрял, блин. А, я выбрался. Ура! Ура! И он падает прямо на пушку. Ба! Я застрял в пушке. В пушке застрял. Почти все выжили, кроме корабля. Но сейчас корабль тоже починят. Эд выходит без ноги и инвалид. Только не может добраться. Быстро это все снимает. Даже руки почти снял. Ой, каску забыли. Ой. Блин, у него даже голова инвалидная. У этого наборища. Так, идет спасать корабль. Сначала вставляет какой-то рулик там. Рулик, рулетка. Унитарка. Нилетка. Унипетка. Я не знаю. А где фонарик-то? Вообще, куда фонарик делся? Куда фонарь делся? О, даже акула прикрывает. А ну-ка, уйди. Уйди пока. Куда наш фонарик делся? Батя ушел. Фонарик ушел. Фонарь достает. Достает этот хрень, выбрасывает. Ставит это на место. Все чинит. Спускает якорь даже. Ой, якорь сломан. Якорь сломан, это ему не мешает. Сейчас мы сюда. Даже тут флаг упал. А ну-ка спаси флаг. Сейчас спасем. Сейчас. Какая трудная работа у этого командира, а? Якорь спущен, корабль спасен. Итак, наши герои выжили.